Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Добрый день, в студии Мария Кожевникова, а в гостях у нас постоянный эксперт Александр Шевалдин, руководитель отдела продаж недвижимости группы компаний «Дело и деньги», и Марина Белокрылова, заместитель управляющего Кировского отделения ПАО «Сбербанк». Добрый день, Александр, добрый день, Марина. Добрый день. Сегодня поговорим о том, как безопасно провести сделку купли-продажи недвижимости. Очень часто такие сделки людьми воспринимаются как риск, потому что это большие деньги, а многие таких денег боятся, не умеют с ними обращаться. Да, это так. Поэтому, чтобы не переплатить или не лишиться жилья, лучше обращаться к специалистам, которые проверят всю информацию по приобретаемой недвижимости. А вообще, какие здесь могут быть риски? Наши юристы при совершении сделки проверяют квартиру более чем по 20 параметрам, таким как ограничения, обременения, наложение запретов на регистрационное действие, на скрытых наследников, соответствие техпаспорту, неузаконенных перепланировок, является ли дом аварийным и прочее. Более того, мы помогаем правильно, быстро и безопасно для обеих сторон организовать процесс передачи денег. А вот в этом вопросе какие риски могут быть? Ну, смотрите, во-первых, носить с собой достаточно крупную сумму наличными – это уже небезопасно. Во-вторых, покупателю спокойнее передать всю сумму, когда он уже является собственником, то есть после регистрации сделки, а продавцу нужна гарантия получения средств за всю недвижимость. Поэтому мы часто своим клиентам предлагаем провести сделку при помощи специального сервиса DomClick, нашего партнера компании Сбербанк. И о сервисе, я думаю, подробнее расскажет Марина. Да, на самом деле мы сейчас говорим не только об ипотечных сделках, но и когда покупка-продажа идет за наличные деньги без ипотеки. Сервис называется «Сервис безопасных расчетов». Покупатель перечисляет денежные средства на специальный счет. Центр недвижимости Сбербанка запрашивает информацию о Росреестре, о всех этапах сделки. Как только будет переход права собственности совершен и сделка будет зарегистрирована, только в этом случае центр недвижимости перечисляет денежные средства на счет продавца. А в чем преимущество сервиса? Почему им удобно пользоваться? Угу. Ну, кроме того, что уже сказал Александр, не нужно снимать наличные деньги, не нужно открывать банковскую ячейку и приходить с ней и получать денежные средства. И сам сервис позволяет защитить как покупателя, так и продавца. Это первое. И второе, сэкономить время. А где можно оформить? Да, самое главное, где можно оформить и еще сколько времени занимает. У нас занимает этот сервис на оформление 15 минут, а можно оформить у наших партнеров, в том числе и у вас, Александр. В компании «Делай деньги». Да. Все верно. Есть еще у вас один сервис, это электронная регистрация. Давайте еще про него. Это еще интереснее, да? Это еще проще. Сервис электронной регистрации что позволяет сделать? Прийти в банк, подписать документы по покупке-продаже квартиры, также на кредитный договор, и после этого вся регистрация будет проходить автоматизированно, удаленно, без посещения каких-либо дополнительных учреждений. Да, я еще хочу добавить, что этот сервис, опять же, он экономит не только время, но и деньги клиента, потому что при использовании данных сервисов Сбербанка можно получить скидку по ипотеке. И сервис электронной регистрации нам очень удобен. В какой ситуации еще? Наша компания открыла еще офис по продаже недвижимости в городе Сочи, и теперь кировчане могут приобрести там недвижимость, сделку зарегистрировать удаленно. Куда нужно обращаться, чтобы купить квартиру не только в Кирове, но, может быть, и в Сочи? Да, в офисы компании «Дело и деньги» и наш телефон 47-69. На этом заканчивается наша программа. Спасибо большое, Александр, спасибо, Марина. Доброго дня нашим гостям, доброго дня всем слушателям. До свидания. Хорошего дня. Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Услуги сервисов электронной регистрации безопасных расчетов предоставляются без ограничения по возрасту. Услуги по недвижимости оказывает ИП Павлов Никита Константинович, ИНН 43-45-830-86-879, ОГРН ИП 31-64-35-400-98-047.